сколько мы рейд собирали? Час, наверное, да? Почти час. Шелок есть, ёба. Давай пати. Ой, сейчас вообще приз. Войд офлайн. Ну хорошо, я на него жалобу кину. Пацаны, я вот каждый день это спамлю, но никому не надо. Вот, какого-нибудь перса. Взамен на рогу 6К+. Я свою рогу не отдам. Просто рога такой более-менее, чтобы мог геру ходить, и все. Больше ничего не надо мне. Я хочу комбата. Комбата поиграть. Я могу дать вара фулового. Могу дать, не знаю, друида. Чё, когда персонажа восстановили, шмотки тоже восстанавливаются? Не знаю. Он же должен восстановиться в том состоянии, в котором ты его удалил. Ну, узнай это. Если узнаешь, что я могу тебе аккаунт дать. Ну, просто чисто поиграть. Но там надо бабки. Хотя бы там восстановить одного перса. И поиграешь там 6-4 круга есть. Кого я узнаю это? Я уже ну, как 5 лет не гофрин друг, чем он мне что поможет. Им? Я не знаю, у кого значит это узнать. В интернете. Мы в интернете так много инфы подцокали. На форуме выше. Разве нельзя купить персонажа? А если я куплю, а там рога какой-нибудь 4-2 будет? На конце я можно посмотреть. Как можно посмотреть? Вы чего подсказываете? Так, платишь, или... там показан шмот какой. Сколько перса стоит? Минимум штука. Просто у меня персов до хрена, я играю в основном шпшками и варом. Я бы лучше просто поменял. Савяну не запусти там, вернись в другую сторону. Thank you.
всех убили? Кулак, вагон. Хотя я вам скажу секрет, Анакриль будет бафать кресты, смертку, рота, зубпал с резидентом, договоритесь про сказки про кулаки. Вот. Договоритесь помимо этого, первый, второй фридом во тьме, аура во тьме какая, первая или третья, и, ну, бафы, еще, все. Бафните, пожалуйста, престол, кто произошел. По магам тоже кулак нахуй. И по рогам кулак, пожалуйста. А там резидента если нету, можете не ждать кулак. Запускайте босса, будем бить. Вы еще кулак пишите, плюсуйте. Не буду просто говорить. А, все, есть, спасибо. Уже играл. Простите, простите меня, станьте его. Поварам тоже дал. Все. Там еще. Горите в огне хозяина. Вместе не бегайте, метки. Поклонский на большем уровне, первая копия смертку, вторая. Блять, не можешь забежать, что ли? Либо потянуть. Смотри, в обход по бицаре, наверно. Куда вещи? Ставьте шкаф. Юля. Запускайте, да, босс.
приехал. Ну чё, чё-то нездравая тема. Двое сильнее страдания. Слишком далеко. Да, так и должно быть. В мире хватает героев и без тебя. Давайте еще раз попробуем. Трайд будем. Ребята, у кого есть 150 голд на починку танку? Нет, кинь, пожалуйста. Кому? Void Beast. Чё? Спасибо большое. Теперь починиться. Бах обновлять. Поклонский на боссе, Моровин первая копия, Смордку вторая. Это быстрее баф. Резидент, ты чё бафаешь? Кулаки по хану. По ДКшникам дай кулак. По друидам дай. По варам тоже. Резидент. Чё, я чё даю? Кулаки, чё? Ты чё бафаешь? Наверное, кулаки? Я не знаю. Так бафай. Сейчас. Пристабаф тоже, знаете? Бля, танки живучи. Все без кулаков давайте. Чтоб честно было. Раздай кулаки. Сейчас придет другой РЛ, он с вами церемониться не будет, кикнет с гильдии, двое сильнее страдания. Негатив. Страдание.
братку. Бля. Ну, танк забирается меня. Да я хуй пойми, что вы делаете, бля. Спасибо. Не знаю, почему поклонски забирал с меня. Да вы какие-то невменяемые, блядь, я не знаю. Забирай этот линии подальше. В другом месте начни его тончить. Хуй пойми, как вы уходите. Считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Думать головой начинайте. Черные драконы из этого явились из ниоткуда. Олег, ты будешь что-то говорить? Да. Просто уже обычки. ПРС-ки, ЦЛК, Гера, я уже встал. Мне в 3 часа ночи. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага... Что ты себе ЦЛК Геру себе приписал? А рыбу можно поставить? Тут замешано и более могущество. Такое-то мания релил целка, да? Да. Огромного дракона. Герой, мне неведомо, чего добиваются. Гуляй. Но одно я знаю. Их нужно остановить. А на самом деле. Короче, АДК в рейде нету. 4 на пула. 3 шипа. Может, ты себе какой-то пати кинуть. На вторую. Так, кто раздает какие бафы паладины? Напишите в чате. Кулак. Какой тебе ник? Нет, по-моему, за меня раздали кулак. Тот. Президент, ты тут? Да. Дай кулак на руки. Я же ждал вроде сейчас. Монарх, а вот все. Если человек пишет уже 5 минут, наверное, у него кулака нету. Далеко брал, все нормально. Так, вот тактики. Ответ на крель секьюрити. И на все остальные хилы. Секунда. Во тьме диспелит Саншу. Черта пати остается добивать големов. Кулак по магам еще дай. Моровин танчит тьму. Поклонский свет. Первая фаза хилы. Вы диспелите первую фазу. Саланя, ты тут? Кого ты получаешь? Принимай инвайт в видео. А, напишите РК, на какой спек ролим. Куда ИП? Как из... Хватит вы! Кто это говорит? Не разобрает прямо. Спать нормально.
там монарх, он заебал уже, ну там. Пиздец, он целый день сегодня. Монарх. Ну не вопрос. Монарх, напиши в чате. Бери кнопку активации голоса. С твоего профиля кто-то орёт. Чек. Дэйв, монарх тут? Монарх. Всё, пуляй босса. Уровень пуляй босса. Можете его выровнять немного, по-клубски там зайди за спину и стануть его кустами. Пока не поздно еще. Все поздно. Монарх, наноси метку. Через хвост надо его носить. Возвращайся, через хвост побежали метеор. На поклонском огромную похватку. Ладно, уровень. Падаем. Уровень упал. Ну показывайте детали, смотрите. ТК. Пуль упала. Вершам, чего вы не хилите танка? Ну 20 тысяч нахилить, сколько мы там били, секунд 20, наверное, да? Присесть у кого-то, линканите урон. 31, 30. О, без чешки. Положение, правосудие света, жизненный рост. Так он этот же, как его, стаминовый. На чешке нет. Ну, судя по рекаунту, пилил только Эрдру. Эрдру, Холи Прист и щит земли от фильма. Там... Да, чистите себе это. Ладно, 12к. Это понятно, просто убило все равно за секунду. Какой у него хп был, я не помню. 60 должно быть, наверное, да? Да, за секунду с... Чуть больше, чем за секунду, два удара прилетело, 32 и 31к. А у Моровинда 55к. Ладно. Так, давайте бафаться заново. Даю, пацаны, я хавал просто. Это уровень, поменяй после рейда свою меткость и мастерство на стамину. Ладно. Все сокеты. Если что, я тебе могу их, да? Давайте пристабав. Счет на пол. Вот, без готов. Все, все готовы. Бля. Ловимся квадратик. Первую метку выносим в сторону хвоста. Не как монарх сейчас выносил, а в другую сторону. Тут далеко метка. Ну вот, это же самое сказал, ты далеко не услышал. Отбежали метеор. Смотрим уже. Уже в рейде. Входим в квадрат лево-право. Бьем халиона точечно. Муратрис метка. Спел его. Килл, вы будете диспелить? Локко хилим, у него 400 к дебаф. Талер квадратик, милики отошли от босса. Фокус хира, встань в метку. Бежали. Метеор. Далеко бежим, смотрим уже. Аливон играем. Четвертая пати. Вы будете играть в кружок. Фурики кликните на хп. Так будете заходить в эти.
Ава, не бей АУЕ урона. Морвин, заходи, прожимайся, Рейд, заходим. Четвертая пати, остается добивать Нелема. Да. Могу поднять. Не надо, заходи. Заходи, Зид спал. Плотовый на семетку. Ждите, когда зайти. Маратрис должен был заходить во тьму. Ты же на четвертое добивает. Ну, у нас демоны заходят всегда, ты, наверное, первый раз здесь с нами играешь. Давай, Фларин, Inner Security. Смотрим лезвие с меткой. Далеко метка. Правее выноси, да. Так. Нерсес, Маратрис, кинешь на накреля, как выйдешь в свет. АУЕ урона не бей, бей большого голема, потом Халюна. Ларин, метка. Длань не кидай, на Фаларионе до сих пор дебаф висит. Что это за дело? И на первой метке тоже протопал кинул длань. Вы чё, не ребят? Не волнует, что протопал делает, не волнует два ретрика. Сузьбу метку, сова не выноси метку, рейд в свет, выходим. Встали квадрат. Встали квадрат, рост в свету, тотемы не забывай обновлять. Перед метеором от фрейма чуть-чуть отбегаем. Маратрис метку назад. Резиденс метка. Диспель, возвращайся, Маратрис. Квадрат, встали. Метеор подбежали. Маратрис, никогда не используй ботинки. На тьме дали рост. Смотрим, как разливаются лужи. Больше ничего не делаем пока. Отбежали от лужи. Кусфира метка. Большого голема сыграли все. Все большого голема. Халену цвету не бить. После большого голема РДД помогаем убивать мелкий трэш. От террорепа метка. Бежали от террорепа, встали в квадратик. Сейчас будем бежать в квадрат, встали. Убежали метеор. О, не вижу бафа. От ШП присты бьем взрывом разума. Святой не играем. Халена ждем лужи. Отбежали от лужи. Юхорн метка. Полипал Кастауру. Большого голема. А, отводи мелкий трэш, отводи, прожми срезку и отведи мелкий трэш. Играйте большого голема. Сова, бей голема, потом трэш. Фокусфера метка. Стали в квадрат. Маткью кинешь каплю на Поклонского на перебежке. Так, метеор. Побежали. О, далеко, Поклонский, видишь? Поверни, поверни Халиона в другую сторону, чтобы тебе легче было достать большого голема, слышишь? Поворачивай. Клод, выноси метку. Краса. Кош, прожми. Прожми кош. ЦТРР погиб на отхил. Поднимайся. Нова падает. Не надо никого поднимать. Моментальный БРБ. Ну, не надо без команды Рева поднимать. Он моментально прохнул. Виталий Кун, почему ты носишь метку не как надо? А чё сейчас? Да я тут отчетливо не вижу, у меня лагает сильно. Затормозил кадр в секунду, меньше стало. Ну, FPS. Если ты лагаешь, зачем играть тогда? Купи компьютер, интернет сделай нормально. Ребята, которые... Как выносить метку, а вы ее выносите неправильно. Сейчас я не... Назад надо выносить. А не, туда, куда ты ее там понес. На тебя кинул. Сейчас я тоже. Большой голем был далеко от БДК. Слабенькая реакция у него. Не успел перебежать, стаунтить.
Все простирались с мелким трэшем. О, Ваня вышел. Хулипала, почему ты не ставишь на третий ауру каст ауру? Ну, потому что пускай ставить на огонь. Вас это не должно волновать. Зачем вам каст аура вообще? Я не понимаю. Как ставить на огонь? Давайте, ставьте рыбу. Поклон, если такая фигня происходит опять, ты не побегаешь фреймбосса, а проходишь прямо через него. Потому что так быстрее. Разветесь быстрее. СС-а не будет, если что, на КД. Хорошо, я понял. О, какой-то Голям пишет, что я немного неадекватный человек. Ясно. Какой же это будет много неадекватный человек? Истамар. Таликон, ты заходишь? Я зайду. Я же сказал, что там ничего сейчас. Так, конечно, раскол вместе с этим органом. Захожу. Ты не заходи, а ты стакаешь раскол? По возможности. Не стакаешь, наверное. Олег, вы с Поларином будете кому замазывать машинки, а потом секьюрити в свету? Мне тогда секьюрити заливать? Команде Рыла. Так. Дэйв готов. Все заходим за линию. Кровавую ярость не жмите. Моровин, начинай. Вары, не жмите кровавую ярость, либо отойдите подальше, чтобы она не доставала босса. Да босс не будет на вас агриться. Талик, квадратик. Элвин, выноси метку назад. Киллы диспелинг, первую фазу. Побежали, метеор. Смотрим лужа. Беги, малыш! Ой, это метка. Я отфрейм, сейчас метеор будет. Поклон сквозь дисплейте. Так, метеор побежали. Это смарт-кью, наверное, или ШП, который стоял очень близко, а сейчас на него кинулся. Бежали, видите, куда квадрат? Прижми сакру. Так или нет, падаем. Пожал. Давайте, с этого трая ГП. Если мы здесь умираем, то ГП еще получит Виталий Кун и Машуленька. Зачем? То, что сейчас он. Не знаю, подкачивай свою реакцию там. Смотри, как лужи разливаются. У вас есть 5 секунд для этого. Вы стоите в лужах, умираете. То же самое с метками. Будете неправильно выносить метку, то есть криво, влево, вправо, куда-то вниз, а тоже ГП будете получать. Давайте заново рыбу ставим. Пацаны, какой нужен этот рек, чтобы палом запав? Чего делать? Кто сейчас нашел? Thank you.
Марадис готов. Карба. Тухорн. Их хорн, точнее. Маратрис, ты тут? Маратрис. Маратрис здесь. Заходим за линию, начинаем уровень. Паларин, прожимай сразу звездопад стула. Дали в квадрат. Саванни, ты заходишь в последний, на вторую фазу вытянул, чтоб мало ли кто-то умрет, ты реснешь. Дали в квадрат. Метеор побежали. И хор метка, хор метка. Спойлер. Легендарь метка, через хвост возвращайся. Метеор скоро, одна секунда. Метеор, побежали. Близко метеор, бежим далеко, смотрим, как уже развивается. Мы же в рейде. Прям Халиона. И дальше снова метка. На Крейль. Тут ты стоишь, кастуешь. Тебя идет трэш, ты не отбегаешь от него. Повезло, что не умер. Так, Муровин, заходи, прожимайся. Четвертая пати. Бьем кружочек. Радфри, заходи во тьму. Есть метка. Кажется, когда зайти во тьму. Виталику метка. Так, Фаларин, давай, Машулинки, Иннер. Red Beast Security. Далее сейчас квадрат будет одновременно метка с лезвием. Смотрим, на ком метка. И хор метка. Да и только на лезвие не забери. Метку назад. Главное, нету на шамане. Я успел кинуть. Ну там ты балбал. Резидент из X-палки, да, это не ты. Смотрим метку. Идем метку, не выходим, подождите. Маратрис, выноси метку. Все, выходим в свет, Маратрис тоже в свет выходит. Далее в квадрат. Так от КДШ ССС сразу на Холи Пала кидаешь. Я понял. Просто в цвету. Фокус Хира метку назад. Саванни метка. Так, метеор, побежали. Главное, смотрим лужи, потом играем большого голема. Точечно. Лужи развиваются хорошо. В тьме дали рост, Фаларин, выноси метку, сам себя здесь пылишь. Далеко метка. Алена, все тупо пока не бьем, бьем трэш. Растет. Смарткет. Где смарткет? Тебе не скажешь, что нет, видишь, да? Добиваем трэш, встали в квадрат. Сейчас будет метеор. Нет, как Алена. Метеор, побежали. Большого голема играем.
Фокус хера опять метка. Кресты взрыва разума бьем. Кишечка метка. И опять фокус хера не туда. Вынес метку, надо по центру выносить назад. Играйте большого голема. Встанешь сама? Нет. Встали в квадрат, скоро реснем. Хилы, во тьме хильте. Так, Фаларин, подымешь Эршаму. Побежали, метеор. Капельку на Поклонского кидай, смарт-кью. Картика, давай тьму зайти. На Крель выноси метку, смарт-кью прыжми сакру, фокусируй один на отхил. Большого голема играем. Машулька, заходи во тьму. Оббегает лужу. Ладно, пробегай лужу, хильте Машульку. Пробегай через лужу, дыхание не должно быть. Там маленький один растет. Играйте большого голема. Фаларину на семетку. Скоро метеор. Сыграли в трэш. Побежали метеор. Побежали. Свет. О, тьма, стопайте, дамаг. Ух, Ехор, выноси метку. Верзила, выходи, выходи в свет. Большого голема играем. Ханта захиливаем. Я не смогу выйти. А кто так метку вынес? Вот мне. Я. Захарику вынесу. Вот кто его диспелит так? Я не успел до конца дойти. Мне сразу диспелит, пришлось назад лететь, бежать. Не, подожди, то есть Виталик он дошел до конца, потом развернулся. Не дошел до конца, меня здесь спылили. Я не дошел не до конца. Пришлось назад бежать. Потому что меня диспелили рано. Ну, значит, это вина диспельщика. Ну ладно, давайте раздадим ГП. Шулечка, чего умерла во тьме, кто знает. Ни одной ходки не кинули, я метку выносила. Быстрина у меня на танке была. Там хули пристрел был. Должны кидать. Половина капли. Мимо Шулечка написано лезвие смерти. Темный шар, лезвие, 47к. Причем здесь два хила. Т-ответ лезвие умерла, не дохила. Давайте бафаемся. Давайте. Может, мы этот ДД одного со тьмы в свет перекинем? А то чего мы постоянно стоп. У нас умирает сова. У нас маткью танчит трэш возле большого голема, он вырастает. Естественно, у мелкого трэша больше хп, мы тратим больше времени на мелкий трэш. Если смарт-кью ты будешь выносить дальше этот трэш, он будет вырасти, тогда у нас будет все нормально с материальностью. Я все уже понял. Хорошо, что ты понял. В 2019 году. Первый раз танчу. А, ты первый раз танчу? Да. Ну ладно, думал, ты уже дальше погода где-то. Давайте фулбаф. А вчера как РСки были? Нормально, по 40 минут. Без первого трая, типа, да? Нет, там 2-4 трая. А сейчас только 4 трая глупых. Давайте чек. Пристабав дайте, пожалуйста. Хараба готов. Пристабав дали. Готово, заходим за линию. Я читал твое предложение, там все в порядке с твоей маной, не переживай. Начинай, Моровинд. Если что, я с командую. Так, СС на КД, верно? Или ты не успел кинуть? Я не кидал.
кину. Аба, метка. Пошли от босса метеор. Жаль, близко ты метеор. Смотрим его уже как раздеваются. Бьем Халеона. Бегем за трон разума. Машиночка метку назад. Нельзя, отойди от босса. Микрель, выноси метку через хвост. Метеор. Бежали, метеор. Так, бьем дальше Халеона. Лужа близко. Отошли. Отошли от лужи. Мордкри, выноси метку. Магия морозим трэш. Первая фаза же морозит. Трэш добили. Марвин, заходи. Все, заходим, рейд. Четвертый топати бьет жучит. Укус хира, бей взрывом разума. Сатар рэп, хорошо, что ты зашел. Нам придется долго бить. Алэй, наноси метку. Ощущение, что на первой фазе эти големы бьете. Ты мало хп. Новых метка. Скажите, когда зайти. Заходите. Нет, не заходите уже. Если кто-то успел. Секьюрити метка была. Заходить можно? Да. А вот Давайнер машуленький, Фаларин машуленький. Маратрис метка. Лерезвей смотрим. Инда метка. Наносим метку, потом выходим в свет. Все, выходим в свет. Входим в свет, СС не забудь, встали в квадрат. Просто в свету. Метку назад в свету. Спал метка, хаба метка. Хаба метка. Метеора на секунду. Так, метеор на танке, смещайтесь в квадрат, во тьме дали рост, следим за лужами, потом големы играем. Лужи, внимательно, это самое главное. Саванни, выноси метку, у Гильдали выноси метку, играем большого голема. Голема пока не бьем. Там дерево подлезет. Марин, Фаларин, поднимай Саванню. Есть БР, фокус хира, выноси метку. Нет БР. Вовремя ты говоришь, вставай, Саванни, скажите, когда во тьму заходить, прожми точку. Стали в квадрат. Побежали метеор. Свет, не бьем Халёна, жди дальше. Отошли от лужи, вот метка, большого голема. Мы играем. Можно заходить во тьму? Нет, лезвие. Отведи трэш, большого голема играем. Заходи. Таваня, заходи. 500к у большого голема надо слить. Потом трэш, Виталик, он выноси метку, смарт-кью выноси метку. Встали в квадрат встали. Смарт-кью кинешь каплю на Поколовского сейчас. Побежали метеор, далеко бежим, смотрим лужу. Присты бьем взрывом разума. Я опять не вижу бафа. Саншива на семетку. Инеры по КД секьюрити.
Большого голема играем. Все в большого голема сыграли. Диспелю. Растет. Марки прожми. Марки прожми. Срезку прожми. Большого голема добить. Совать его на метку. Секьюрити на метку. Сатарре подавай. Ой, гиб на хп. Свет босс. Секьюрити забить. Побежали метеор. Трэш надо добить. Сначала трэш, потом босса. Встали в квадрат, отбежали от лужи, отбежали от лужи. Эллу наноси метку. Большого голема сыграли. Гильдар Димна отхилил, давай смарт-кью сакру прожми. И на ману надо потом. Отведи трэш, отведи трэш, отведи трэш. Мы падаем. Смарт-кью упал. Хилят. Не хилите танка почему-то. Не надо заходить. Мало показывать класс. Да. Там, по-моему, кролика умерла, а на гриль метку выносил. Ну да, это называется не повезло, а кралька не может посмотреть в небо. Не может понять, что на нее трэш идет. Отбежать от него, стопнуть каст. Красование ничего умирает. Кто-нибудь знает. Лезвие. Ездит на смерть. Смотри, ты можешь прижимать срезку, щиток на себя кидать, когда ты видишь, что у тебя уже прошла спасобила, на тебе 10 мобов, не ждать команды РЛ, потому что у меня есть другие важные вещи, чем то, что тебе это говорить. Ладно? Какой-то просто, ну, ты какой-то ватный. Тебе умираешь за 2 секунды. Там, если вырастают, тебя просто хилят, еще и медленно трэш отводишь. Кинул лужу под фрейм босса, отбежал дальше, тарелку кидаешь там, мастаунт. В цели игрока на ком держится трэш, не БДК, кот, холи палы, шам. Чек на баф. Крест. Крест по шаману. Инпу. Интеллект есть? Есть. Так, все готовы. Моровит, начинай. Давайте, если вы не будете умирать, то, конечно же, разумеется, мы убьем босса. Встали в квадрат. Старый рэпа не забудь остаться добить духов. Эллу его на метку. Пошли по фрейму. Метеор обижали. Смотрим, куда падает лужа. Саваня метка. На первой фазе ты можешь трэш подвести под квадрат, чтобы умелить кливали босса и трэш. Потому что большого голема рядом нет. Встали в квадрат, отошли от фрейма босса. Метеор, 1 секунда, фларил метка. На 6 через босс. Метеор. Побежим, смотрим лужи. Играем Халиону. Вторая пометка. Поклонского хильте 20% хп, 25, 4%, 16%. Ты частицу забыл повесить? Частицу висит. Моровинт, отходи. Ну, просто тогда его просто не хилят. Я откинул. Так, Вары, вы забыли крикнуть на хп, Поклонский далеко был, да? Не достало, значит, до него.
Да, раз. Нет, у нас тоже двухминутный крик. Следующий раз. Да, двухминутный. Либо не прокачали, либо опять забыли какие-то прессов такое. Картик, когда зайти. Поларион, Иннер Машульки, Войд, Секьюрити. Сейчас будет метка одновременно с лезвием. Март Кью. Нахуй отсоси у демона, блядь. Интересно. Интересно. Фокус Хира, метка. Тут такой момент, только так говорит во время трая. Мокотром лезвие. После лезвия метка. После метки переход. Нет, сейчас переход. Ждем метку. Security, выноси метку. Основной ред, выходим в свет. Стали в квадрат. Рост в свету. Кусхира, метку назад. Бьем взрывом разума. Не вижу взрыва разума. Левым выноси метку. Так, метеор, побежали. Во тьме даем рост. В свету смотрим заложенный, потом переключаемся большого голема. Уже в рейд. Клота, выноси метку. Диспелю. Большого голема сыграли сейчас быстро. Алена, свету мы убьем 40% материальности. Секьюрити, выноси метку. Танка хорошенько хиль. Эршама и танка улипал хиль. Стали в квадрат, сейчас будет метеор. Побежали метеор. Алена, свету не бить. Поларин, поднимаем Аратриса. Монарх, выноси метку назад. Забафали демона, играем большого голема. Все в большого голема срочно. Кресты взрыв разума бьем. Так, пристабаф, интеллект, каску по локу. Лотова на синетку. Талик квадрат, смарт-кью кинешь, капнем на поклона. Метеор. Побежали, метеор, далеко бежим, следим за лужами. Большого голема быстро сыграли. Монарх, выноси метку. Все большого голема сыграли. Смотри, будет время. Кинь каску на демона, ладно? РТД помогли трэш добить. Фаларин, выноси метку. Все, встали. Квадрат бьем Халеона пока. Саванне метка. Так, побежали метеор. Побежали метеор. Я дам. Не знаю, у меня 15 команды на пустыне. Я дал, потому что... Wild Magic хилим, выношу метку. Но мне почему-то трэш. Какого-то хрена. Ты и нарвал. Большого голема играем. Большого голема играем. Алену сюда не бьем. Убиваем 400к. По адскому пламени, потом трэш играем. Гильдаль назад, метку, сам себя дисплей. Точку прожми. Точку прожми, уход в тень. Уход в тень, хильте гильдаля. Капельку можно на него. Побежали. Кинь на себя молитву и щиток. Далеко бежим, смотрим лужи, 60%. Выносим метку с смарт-кью. Возле квадрата морозим трэш. Иссушение по большому голему. Давай сакру смотрю, играем большого голема. Блять. Вот, подымай у хорна.
Юхорна подымай, ханта третья пати. Играем большого голема, ФК сметка. Забафаем Юхорна, пистобаф, интеллект, каску. Сыграли в трэшер ДД. Все в трэш играем. Метеор побежали. Все. Добиваем Халиона и все, 60%. Лужи выносим. Анакрель метка. Смарт-кью прожми сакру и капельку на поклона. Трэш не бьем, добиваем просто Халиона. Отведи трэш подальше, прожми срезку. Че ты паникуешь? Это не верс. Ну я увидел, что потом это... 20к я дал, красава. Конечно, никто не верил, потому что я дал звездопад, и трэш пошел на меня. Не, не до этого, когда на той стороне был. Там фуру снова дали. Трэш, ты на мельнике. Вот такое невезение, как у этого ханта моего, я вообще не видел никогда. Всегда, когда я иду другим, падает чешка, когда хантом не падает. Может быть, какой-то проклятый или что? Проклятие Войда, блядь. Походу. Наручи на хила. На РТД. Сову голема. Я по ПРу первый на СПД чешку и, блин, упала на Мирику. Вот летуха. Наверное, потому что он писал, что рулит на ДД. Вы получаете неоценимый опыт, надо ценить это. Поклонский, ты на ДД ролишь, верно? Ты бы просто так ролл не кидал. Он написал. Минишка, что ты на ДД ролит. Все, можно офис, да, я спать хочу, если я в пати останусь. Есть ИВК? Какой ИВК? Знал я на ИВК. Олег, спасибо. Ну, кидай себе.